Доброго времени суток, дорогие друзья! Вот и пришло настоящее лето. У нас по-настоящему становится жарко. Ну и мы решили благоустроить наш садик, поставить бассейн. И еще нам нужны кое-какие камушки. Мы решили сходить на речку. Ну и решили записать для вас небольшое видео. Спасибо всем за просмотр заранее. The bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself. Камушки! Чаты несу на руках, потому что заросло во избежание попадания туда. Сейчас мы соберем камушек красивых, выберем, потому что надо кое-что изменить в моем садике. Жарко сегодня, водичка шумит, водичка становится более-менее прозрачная. Здорово, очень комфортная температура, 25 градусов сегодня. Здорово. О, у Чакушки уже палочка в ротике. Чакушка, палочку уже нашел. Вот она, держи, держи палочку, да. Побольше. Молодец! А вот и липушка расцветает, ребят, запах стоит сумасшественный. Нет, так нельзя сказать, сумасшедший. Вот только-только начинает зацветать. В этом году немножко все опаздывает. Но сейчас на смену запаха акации запах липы. Прелесть. Ну, ребят, ну а мы... Подожди, Чак, стоп, подожди. Дай покажем, ребята. Ребят, набрали камушек. О. Вообще, честно скажу, нежелательно. Ну, нельзя как бы из природы носить, забирать камни те же. Ну, как бы штраф можно получить. Нежелательно. Ну ладно, мы потихоньку. Река столько их нанесла, что я себе позволю. Все, идем домой обустраивать наш садик. Ребята, это муравейник. Вот это они все строят. Подземные ходы всякие. Их тут немерено. Кипит жизнь. Большая семья муравьев. Ой, уже и по мне поползли. Все, уходим. Это кто такой красивый? Это кто такой красивый? Это кто такой красивый? Это Чакушка малыш. Оп-оп-оп-оп, сам пошел. Да, ребят, еще хотела показать. Подстригли опять у нас все, покосили. Опять все ухожено. Красота. Вот даже здесь, считай, на склоне возле речки тоже все покосили. Что мы спокойно прошли туда к речке. Все, до включения. Ребят, мы решили помыть Чака прямо на улице. Тепленькая водичка. Потому что все-таки он намочился. Вот, тепленькая водичечка. Вот сейчас шампунчиком. Стоп-стоп-стоп, куда? Давай. Чаки, стоп. Ой, горячий. Сильно? Да. О. Нехорошо. Горячая сильно. Пойду тепленькую сделаю. Все, немножко сделала похолоднее. А вот. Какая прямо? Он пока дойдет, я по всему плану. Комфортно, ребят. Тепленько.
На плиточке, плиточка чистенькая. Так, а что у него там на лапке? А ну как вот у лапки подними. Красненькая там что-то. Растоплить. Да нет. Или да? Что-то ребят какой-то. Или это как? Нет, кажется. Да, точно. Сейчас поласкивай, да? Головку не помыла? Давай я помою. Молодец. Вот Чакушка отдыхает, с удовольствием сохнет. А я вам расскажу, что я хочу сделать. Для чего мы собрали большие камушки. А для того, что наши елочки выросли. Когда-то они были вот такие маленькие. Поэтому вокруг елочек эти были маленькие камушки. Сейчас они воду плохо задерживают. И мы поэтому собрали большие камни на реке. И сейчас я проведу модификацию. Сделаем примерно как вот эти вот здесь большие камушки. А еще, ребят, вот пришли нам камушки, называются камушки из лавы. Камушки из лавы, это то есть, вот смотрите, видите, ребят, камушки вот такие коричневенькие, видите, они предохраняют землю от высыхания. И потом я везде подсыплю, вот здесь, видите, у нас везде подсыпано. И поэтому земля не будет быстро высыхать, и влага будет задерживаться. Ну что, приступим к работе. Сейчас сначала подую листики, которые валяются вот этим инструментом, софочкой. Вы же помните, как она работает, да? Смотрите, ребят, такая красота. Вот так вот беру. И все. И вот так вот навожу порядки. Вот таким образом. Вот, ребятушки, и готово. Ребята, и камушки. Вот камушки обновила, видите как? И вулканический камушек, чтобы влагу задерживать. Но еще не закончила. Обнаружила дырку в бассейне. Возможно, эта дырка, ну мало ли, прогрызла мышка, возможно. Ну ладно, что ж теперь. Вот купили стульчики, столичек маленький. Потом еще поставим зонтик. И красота будет. В общем,
общем, еще доработать надо. Вот такой вообще вид. Ну вот, ребятки, вот и зонтик у нас есть. Но не хватает еще одной вещи. Потом, когда придет, я вам покажу, кто у нас тут сидит, кто принимает работу. Тякушка принимает работу. Ребят, так уютно, классно. Можно так утром кофеек попить. Да и пообедать можно здесь же. Класс. Здорово. Все цветет, все пахнет. Чакушка тоже цветет и пахнет. Красавчик наш. Искупался сегодня, чистенький. Прям модель. Модель. Класс. Вот так Чакушка устроился на подушечке. Головку положил сам и отдыхает. Вот молодец. Вот умненькая собачка. Ай, ты мой хороший. На подушечке спит. Дядьки. Ну спи. Молодец.